Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня я вам расскажу быстренько, такое коротенькое видео будет, как уплотнить подошевку на тапочках. Разбираемся, как нам сделать вот такую хорошую подошву для тапочек. Первое, что я сделала, я связала стельку. По своему же видео, так что видео появится здесь в уголочке в подсказках. Вы ее можете связать на свой размер, какой вам нужен. Есть у меня вот такие фетровые стельки покупные. К сожалению, больше размера, мне пришлось их немножечко обрезать. Больше размера, чем я. И вот, когда вы свяжете вот такую стелечку по своему размеру, купите стельку фетровую. Сейчас я вам покажу, как это все мы сделаем. Значит, теперь вот здесь вот у нас была она у нас есть, это лицевая сторона. Переворачиваем стельку на изнаночную сторону и обвяжем ее полустолбиками, эту стелечку. Вот таким вот образом по кругу мы ее обвяжем, то есть сделаем бортик. Кто смотрел предыдущие мои видео по теме трикотажных ниточек, те знают этот бортик. Мы его использовали для корзинок. Здесь мы обвязываем стельку. Вот такой вот бортик у нас получается. Вот наша лицевая сторона. Бортик этот у нас получается на изнаночной стороне. То есть со стороны этой стельки нашей. Конечно же, стелечку можно, если у вас есть фетр, вы можете ее вырезать. Не обязательно покупать. У меня не было. Вернее, не было плотнее. У меня есть такой тонкий, миллиметровый. Но не захотела я. Это мало, поэтому мне пришлось купить. Если у вас есть 2-3-4-миллиметровый, отлично, вырежете стельку. Сделаете еще получше, чем у меня. Дохожу я до конца. Протягиваю ниточку. Это мне надо теперь затянуть сюда все нитки, и они у нас с этой стелькой спрячутся. Вот на эту сторону. Теперь, девчонки, что мы делаем? Теперь берем стельку. Вот мне главное не по... Здесь у меня как бы стелька, я даже сформирую левый и правый тапочек. Вот у меня левый, вот у меня правый. То есть вот так вот мне нужно его приклеить. Вот он мой пистолет клеевой. И намазываю хорошенечко, всего лишь пока пяточку будем такими как бы этапами это приклеивать. Можно использовать любой клей, вот правда. У меня такой вариант, поэтому я использую этот вариант. И прикладываем вот сюда, прям к этому бортику. Но не захватываем бортик. Мы его потом еще будем пришивать. Но прям впритык, впритык к этому бортику. Вот так вот. Мы потом будем прятать эту стелечку под него. Вот, прихватилось. Теперь я отворачиваю, промазываю следующую часть. Как раз закончилась палочка эта в этом месте. Так, приклеиваю следующую часть. Вот. И далее вот так вот отгибаю, промазываю хорошенечко. По кусочку, по частям я это все делаю. И приклеиваю.
Отлично. Продвигаемся дальше. Не боимся вот этих краев не проклеиванных, потому что мы будем еще пришивать по краешку, чтобы совсем все у нас было хорошо и красиво. Так, вот, приклеила я. Прям хорошо так продавим, чтобы оно все схватилось. Видите, теперь наша стель, наша как бы подушевка принимает форму даже этой стельки. Вот она, видите. Сначала она была бесформенная такая, теперь у нас она на левую ногу. А вот это у меня на правую ногу, благодаря этим стелькам. Тапочки будут, кстати, видео завтра. Так что, кто смотрит, завтра будет видео вот этих тапочек. Доделаем их до конца. Почему снимаю отдельно это видео? Потому что будут еще тапочки. И я не хочу потом загружать одинаковые информации и видео. Поэтому снимаю саму подошву отдельно. Теперь нитку с иголкой. И вот так вот я прям брала вот эту косичку, перекрывала ею стелечку. И пришивала по краешку, вот прикрывая косичкой стельку. Вот так вот. Ну, так вот по кругу мы ее прихватим, зафиксируем. Вот так вот. И вот в итоге у нас получится вот такая вот стелька. Видите, все оно здесь у меня прихвачено. Краешек у меня как бы скрыт, закрыт. И вот такая стелька получается плотненькая. Вот, а на этом все. Я только вот эту вот дойду по кругу до конца. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока!